Друзья, очередной эксперимент над Марио. Он сегодня у нас однозначно станет летающим без костюма летающего Марио. Да, я не знаю, как он там называется, летающий Марио, не летающий Марио, но однозначно он вот так происходит. Хоп. Да, поднесу поближе. Сейчас. Это классная эмоция. Даже в самом начале вот этот пропеллер у гриба крутится. Это очень круто. Эта эмоция позволяет Марио в вышине, в высоте, да, когда Марио летает, получать денежки без дополнительного облака, которое есть в начальном наборе Лего Супер Марио, да. Так, для этого нам необходима последняя кнопка с левой стороны и первая кнопка с правой. Если вам был полезен этот ролик, конечно же, ставим лайки. Я пойму то, что нужно... Ой, это все продолжить. Непонятно, за что Марио получил монетку. Вот это вот странно было. Так, и все. В общем-то, подписываемся на канал. Жмякаем колокольчик, чтобы не пропускать следующие ролики. Пишем в комментах. Обсуждаем. Да. Что и как можно сделать с Марио. Если будут какие-то вопросы по поводу батареек с Марио, то я, конечно же, помогу. Не прощаемся.